Макс, привет. Вот смотри, в банку попала оса, причем оса не простая, а похоже оса матка. Она огромного размера, вот, она просто гигантская. Сейчас мы ее поймаем. Вот, она кусается. Это не шершень, это оса матка. Я не знаю, есть у нее жало или нет. Вот ее поймал. Сейчас я буду делать себе прививку. Сейчас я буду сажать себе ее на руку. Не знаю, как поставить, чтобы тебе видно было. Вот, сейчас попробую поставить телефон, чтобы он стоял. И в этот кадр попробую внести, поставить руку, чтобы изображение было. Вот. Сейчас попробую вот так. Вот, вроде есть, вроде рука есть. Вот. Так, где вот она? Вот она моя рука. Вот рука, вот оса. Вот я осу делаю, чтобы она укусила меня. Так, мы ее немножко придавливаем. Вот. Немножко мучаем. Вот берем ее жало. Вот и жалом колем в руку. Колем чуть-чуть, не сильно. Она должна укусить, кольнуть. Вот этот укол, вот я почувствовал этот укол. Вот, видишь, у нее жало. Вот, жало. Вот я почувствовал укол. Вот у меня сейчас будет покраснение. Вот, я делаю второй укол. Вот, маленький второй, вот видишь? Вот оно жало, вот. Вот она ужалила вторым жалом. Это уже вторая прививка у меня в этом году. Вот. Через некоторое время посмотрим, какие будут пятнышки. Вот она. Сейчас красненькое пятнышко одно есть. Вот это где посильнее она ужалила. Вот. А вот это пятнышко темненькое, это предыдущее. Вот это прививка. И у меня не будет аллергии, не будет анафилактического шока. И я теперь могу спокойно не бояться ос. Всем привет. Всем пока. Это была прививка от аллергии на осиный укус.